У вас все нормально? У вас все нормально? Лично у вас все нормально? Лично у вас все нормально? Я спросила, лично у вас все нормально? Вы применяете ко мне силу? Отойди от меня, ты че? Вы сейчас применили ко мне силу? Мамой клянусь, у меня все нормально. Честно, все, женщина, отстаньте от меня. У меня все супер. И, блин, я, знаете, я когда смотрел этот ролик, я немного даже испугался. Я представил себе на минутку где-то, ну, там, может, меньше, ладно, вру, на 30 секунд, что я с ней вместе живу. Я вот прихожу такой домой, она такая, по какому поводу, там, услышал берега. У тебя все нормально? Все нормально? Да, я такой, слушай, отойди, да, это, обувь сниму. Ты ко мне силу применил. Представьте, у нее такой ребенок, да, он пришел такой, двойку получил. У тебя все нормально? И вот это кажется вот смешно с одной стороны, но поймите, как человек себя в обществе ведет, так в принципе он и есть где-то дома, да, где-то в приватной ситуации. И это очень на самом деле неприятно, когда тебе приходится жить вот с таким человеком. Интересно, а вообще живет с ней кто-нибудь или нет? Как вы думаете, напишите в комментариях, вот действительно, может ли такая женщина найти себе мужчину?